Здравствуйте! Сегодня мы с вами готовим вкуснейший диетический томатный сок на зиму. Выбираем только спелые сочные сорта. Для приготовления нам понадобится 3 килограмма. Томаты режем на кусочки и пропускаем на блендере, а затем фильтруем через сито прямо в кастрюльку. Вот такая масса у нас получилась. Гущу не выбрасывайте, она пригодится для приготовления горлодера. На полученный объем томатов сок половинки лимона, так как он является дополнительным консервантом. Вот такое количество лимонного сока. Его мы будем добавлять в момент закипания. Как следует перемешиваем полученную массу в кастрюле, ставим на большой огонь и доводим до кипения. Добавляем 1 чайную ложечку соли без верха, 2 чайные ложечки сахара без верха и еще я добавляю 5 горошин душистого черного перца. Наливаем лимонный сок в кипящий томатный сок и кипятим ровно 5 минут с момента закипания. Сок готов. Баночки я готовлю традиционным способом. Промываю содой и ставлю микроволновку на 2 минуты. Баночки готовы. Наливаем томатный сок в подготовленные банки. Наливаем аккуратно, чтобы баночки не лопнули. Разливать важно горячим. Крышки также промываем и оставляем в кипятке на 15 минут. Плотно закручиваем крышки, переворачиваем баночки вверх ногами, ставим их одна к одной, например, на разнос, и на ночь укутываем одеялом. Такой сок прекрасно хранится всю зиму, даже в шкафу. Сок получается очень вкусным, диетическим, натуральным. Обязательно приготовьте, и вы будете очень довольны.